Марокко привержено политическому процессу по вопросу Западной Сахары под эгидой ООН. Об этом король Мухаммед VI заявил в обращении к нации на фоне обострения отношений с Алжиром. Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. На прошлой неделе Алжир обвинил Марокко в государственном терроризме после убийства 3 человек на границе с Мавританией. «Наша национальная идея стала частью позитивного движения, которое невозможно остановить. Марокканцы Сахары – это реальность, которую нельзя изменить и нельзя спорить, прежде всего потому, что легитимность нашей идеи оправдана историческими источниками, а также стремлением самого народа Сахары и значительным международным признанием». Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Независимости региона добивается фронт Полисарио, который при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.